просил, обязательно скажи про мои альбомы, обязательно. Я тут, во-первых, прослушал, но это ладно. И группа называется Клетуго. Это значит так. Кле – это клёп, клёпа, ту – это два, а го-го – это один, что? Как же жить-то? Не хотят это. Thank you.
приехали цыгане. Thank you.
Thank you.
внимание, Сережа Крепа. Спасибо. Давайте все-таки не хотели прерываться, просили, кто-то просил так без перерыва сыграть. Но все-таки мы сделаем перерыв, потому что. Но ненадолго, 10 минут. Не уходите. Не уходите. Про диски Мишу скажут. У меня тоже есть какие-то диски, между прочим. Ну, у Миши есть. А, на барной стойке. А я не положил. А у меня в рюкзачке. Мишаня! Ваня замечательно свою пьесу сыграет, она так оттеняет всю мою музыку и приносит ее такой какой-то новый вектор. И у нее есть еще одна, ну вот он просит пока хотя бы одну. Нет, у него целая пластинка, он играет соло, как бы, вот эти две в основном. А так у него там подыгрывают Мишу. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Степа, Миша, Ваня. Спасибо. Надеюсь, у нас у всех будет следующий день рождения. И у вас тоже будет вам новость. Придем к вам. Вот. Вы к нам, мы к вам. Не обидится уже сегодня. Вот ребята, пусть я знаю. Я устал. Я не хожу. Иван Смирнов. Иван Смирнов тоже. Два дурака называется. В общем, написали Миша с этим самым. Редко видимся, я забываю, как его. Сергей Васильевич. Станислав. Сергей Васильевич, это Рахманин. Вот я и хотел сказать, что Сергей хочется Сергей Васильевич. Или Сергей Сраков. Сергей Сраков. Вот. Ну все. Я, правда, могу там забывать. Это их музыка. Thank you.
делят на 20. И как раз. Пока, спасибо. У меня тоже есть альбом. Между прочим. Тёщик.